укрепив свои... Пятое. Пламя ада находится в портал. Ты должен создать флот, чтобы напасть на соседние кланы. Верфи орков Зеткура находятся поблизости. Для того, чтобы ты мог продвигаться дальше, ты должен уничтожить их и те военные корабли, которые там находятся. Че морская. Поражена быстротой твоих атак, присутствие наших сил в этих местах заставило местные кланы вести себя более агрессивно. Ты не сможешь долго удерживать эту крепость от полчищ врагов, поэтому ты должен побеждать молниеносно и сразу. Нет. Да еще молниеносней. Я так вот по 2 часа на миссии сижу. И недостаточно молниеносно? Он как молния по миссии прошелся. Стоять, пауза. Ай, блин. Где мы? Водичка, да? Окей, погнали на разведку. Ну, по-моему, 5-я миссия у огров, у орков. На нас напали! Тоже была водная, да? Это шахт нам надо, 40 тысяч отжать, да? 40 тысяч, дайте 400 тысяч, не знаю. И 40, блин. Значит, начинаем с того, что, видимо, идем вниз, пушим этого чела. И потом дальше вся водичка. Блин, ну орков как будто бы здесь полегче было. Большой остров, кстати. Может, тут еще что-то есть прикольное? Ага, действительно есть. Оранжевый чел. Погнал. Что-то водичка это странная, кстати. О! Сколько? 30 тысяч? 30 тысяч? Кому? Да, 5 грифонов сделать или что? 50 проход? Я здесь тупик. Да вы не догоняйте меня, отстаньте! 2 хп, изи. Быстрее вас. Хватит за мной бегать. Не догоните, anyway. Я в тупик, конечно, не забегу, рано или поздно. Ну, короче, там на 30 тысяч и здесь на 40. Ага. Ага, 30 плюс 40. Чем мне надо деньги строить? Да, я просто себе базу могу построить на 30-40 тысяч. Да. А здесь что? Здесь проход, кстати, по идее, наверное. Мне наверх. Как они за мной носятся? Откуда я не знаю, где? Я от них уже давным-давно убежал. С чего они взяли, что я здесь, а не там? Опа, сюрприз. Не ждали? Давай назад побежали. Да. Так, в центре справа слегка, да? 30 тысяч. Здесь 40. Снизу водичка. Ну, водичку мы разведем только, когда у нас вертолет появится. Вот это оранжевое что-то здесь страшное, непонятное. Можно попробовать в этой миссии продолжить разведку. Сделать себе этих челов. Ой, блин. На нас напали! Идите. Можно забайтесь под вышечку? Катапульт чинить. Чинят? Серьезно? Нечем чинить? Чё подошли? Чинить, чинить. Не починили. А стрельнуть? Стрельнуть? Алло, огонь! Эвдин смотрит. А лес не туда, а справа дали, да.
базе, да? Сейчас снесем, все вылезет. Да хера ли оно спать захотит? Не убивать его, алло. Эту штуку сломаете. Что за звук? А, это какие-то ломать ее. Хе, этого чел, чем тут до сих пор стоит рубит? А. Думал, что сломал уже, а нет. Ну, мы, получается, здесь в безопасности. То есть нас этот чел так напрягает, да? А водичка могу? Блин, ладно, водичку потом посмотрим. Сначала надо эти построить штуки. Короче, хз, кто нас тут напрягать будет. Так. Строй бараки. Первым построить, АБ. А здесь проход. Ну, такой себе проход. Здесь можно стоять. Никого не пропустим. Сколько нам 1200 плюс 1000, по-моему, нужно, да? Дерево сейчас надо добывать. Рубите дерево. Стоит вроде. Угу. Стоит вроде. Так. Здесь, кстати, мог, наверное, прийти. Я не уверен, здесь можно пройти? А, ну да, я же здесь пробегал. Можно, я думаю. Так, что там по дереву? Да, 1000 нужна. На штуку 500 где-нибудь, наверное, плюс 300, что-то такое, я думаю. А на сам юнит? Или на сам юнит 500-300? Сейчас посмотрим, короче. Надо проапгрейдить сначала. А, 2000 золота, не 1200, блин. Так, неси-ка. А, ну золото, погодите, золото еще надо много на это дальше, чтобы хватало. Крейдим. Тут раненый чел. Слапнитесь. Там здесь, наверное, раненый стоял. С 5000, блин, и там 30. И чё я на это должен делать? Мне грифоны абсолютно не понравились. Грифоны супер дорогие и супер юзлсные. Грифонов мы точно не будем делать. Точно не грифоны. На нас напали! Рабочий мне запиятел, да, тварь? Сука. А как он мимо рыцаря прошел? А, то что там лоха пешный стоял, блин. Парень. Ебать. Ты чё, сука? Термы, блять, нету, да.
нас напали! А, блин. Бля, даже, блядь, не дадут разведку, сука, сделать, уроды, блядь, что, сука, с вами не так? На нас напали! Он тебе не говорил подходить. Тебе похуй, ты сам решаешь, что тебе делать. Чинили, блядь? Нет у меня больше золота. Я скажу, что еще дерево, блин, надо. Не ты, блин. Стоит люди. О, ферма. Тогда мне еще 4 фермы, да? Минимум, или 3. Нет, 3, мне кажется, не хватит. Блин, ни золота, ни этого, ни дерева. Надо юнитов начать строить, чтобы нормально производил тут все. Даже башенки прогрейдить не дают. Надо было без башенок все-таки, да? Башенки слишком дорогие. Да и вроде. Золото. Натаскают 4 фермы, да, 4 фермы хватает. 4 4 16 плюс 1 17. Ура, первый юнит. Не сейчас, не скоро. Золота теперь не хватает. Работу. Инферма или юнитом? Нет, наверное, все-таки идти в шахту. Ферма, конечно, получше, но такое. Золото все-таки быстрее добывать сейчас. Сейчас они не пускают. Ага. Уже 500 надо. Вышечки пока бесполезные. На город нападают! Стоит люди. Работу. Нет,
близко буду стоять, да. Работу. Работу. Да строю, строю. Не успеваю строить. На нас напали! Да, уже кто нападает. Не рано? Ищу работу! Здесь как будто бы вышки надо было строить, да? Здесь проход ёбаный. Если вышки не построить в нем. Здесь у меня вся территория себе открыл приток. Надо было снизу рубить, да? Чего тебе рубить снизу, пожалуй? Ищу работу! Неохота эту часть вырубать. Эта вышечка обесценилась немножко. На нас напали! Почему лучники стоят в хай, не понимаю. Это что за хуйня? На нас напали! Работу! Да и вроде. Работу стоит вроде. На город нападаю. Вышка получается бесполезной теперь, да? Лес никто не рубит, по-моему, да? Ищу работу! Лес... На город нападают! Жду ваших приказаний! Против баллист чела. Нужны. Нет, клево, клево. Клево не надо. Работа окончена. Работа окончена. А, дайте мне это, блядь. Так, не видно, это победить. Блин, дорожка бесит, что на ней строить нельзя. На город нападают! Есть нападают. Ой, кончилось. И что дальше? 20 тысяч. Напали! А то есть что убить. Thank you.
Ура! Юнит разведки, наконец. Да, чуть-чуть тут пришлось развиться так слегка. Погнали смотреть, что у нас тут без водичек, что у нас тут есть, что за оранжевый чел справа. Он все тут делает. Так, все пока строится. А, что тут у нас? Это болото, а не водичка. Жду вас. Это нефть. Понятно. Буквально болото. Вот рядышком построить, нет места. Что тут у нас? Ага. Драконы, блять, понимаю. Пять? А, джиггернауты. А, хотя это другой, это помни розы, это фиолетовый какой-то, да, чел? Да, ты, блять, пошел нахер. Магов чувствует, кастует. А, кстати, куча орудийного. Готов служить. Грифоны? О, грифоны, грифоны, у меня бабки, где взять на грифонов? Нам 60 тысяч только. Но сколько, сколько? 136 или 13 кредит? Не, у меня 13 тысяч, у меня нет денег. Все деньги потратил уже, скорее всего. Окей, фиолетовый остров мусор. Джиггернауты, наверное, выпушатся. Может быть, и пара грифончиков плюс джиггернауты, да? В этот чел тоже, кстати, нет ресурсов. А, 74 тысячи у него есть. Окей. Оранжевый чел со мной, это кто? Да и твой. Где мне, блядь, брать ресурсы? Я в душе не еду. Ай, блядь. У меня уже золото, если что, закончилось. Уже закончил золото, а чел у меня уже пушит. Все. На нас напали! У меня два ёбаных паладинчика пытаются тут отбиться. Что, блять? На нас напали! Блять. Готов служить, служить, милорд. Так, страдавший товарищ, сколько вас тут? Давайте все убирайтесь. Так, трое на дереве. Тех поубивал, да, уёбок. Я 6 чел осталось примерно. Ну, сейчас пройдем ими всеми до этого. До новой шахты. Берем наш счет 30 тысяч, бля, сейчас мы разбогатеем. Ух. 30, сука, тысяч все заберем. Половина на башне, правда, уйдет. Ну тогда 30 тысяч. Полноценные 30 тысяч. Мы тут были. Есть? Разве? Туда, да, были? Это по центру, да, вот здесь. Забирайте, никого там нет. Ой, бля. Ебали миссии без ресурсов. Вот воспрещен. Стоит вроде. На нас напали!
стоит. Уже никогда не уйдешь на один. Убежать тоже не можешь. Давайте, что стали, блядь. Захват произошел в любом случае, поэтому золото добывается. 30 000 золота мы здесь добудем. Жесть. Мы крутые, конечно. Это мы, конечно, крутые. Ща как добудем это золото, ща как разбогатеем от него. Ща как настроим себе чего-нибудь крутого на эти деньги. Нам надо пушить оранжевого. У нас нихуя нет. Так что разбил мне часть армии. Типа лодочки. Раньше вы тоже можно типа лодочками запушить или что? А, ноль шаг, да, я правильно понял? Готов, готов жить, жить, милор. То есть, ладно, вот чел меня хотя бы по суше не пушил, да? То есть это была бы фулл-водная миссия, но чел меня пушит как бы по суше. Я ему нихуя сделать не могу. И без миссии. А, миссии без ресурсов, похуй. Почему бы и нет? Желтый какой-то чел тут, че он тут стоит, блядь? Оо! Ха-ха! 20 000, е-е-е! Да, ща я приду за 20 000 своими, конечно, блядь, конечно. Мне ровно 20 000 не хватает. Ровно, блядь, 20 000 мне нужно было. Пиздец, блядь, ёбаный. Надо замок прогрейдить, магов, наверное, построить, да? Эх, значит, мне делать на эти копейки? Ищу работу! Ну, грифонов, блядь, дорого, пиздец. Ведь мне дали столько ресурсов, чтобы я ровно грифонов и не построил. А всё, я построил, там, да? Спилка. Ой, ну хуй пойми, что делать. Тысяч осталось уже. Есть у меня в руках. Так, сейчас эти штучки прогрейдится. Мага будем делать. Ну хз. С этой хуйней надо идти, да? 20 000, блять. Я надо, ну, только оборона этой хуйни уйдет. 20 000. А у него самого есть. А, у него есть. Но у него тоже мало ресурсов, да? То есть мы видели его. Да, видели его шахту. Сколько там было? 18 000. Понимаю, блядь. Понимаем. Я не знаю, мне надо ждать, когда он убьется, обменять свои 20 000. Но он пойдет сразу же сюда. Работа окончена. Телефон забрали. Понимаю. Не, ну водичкой пушить. А как я на водичку саму выйду по себе? Не, на водичке прикрытия нету. А он без драконов, да? Он без драконов. Да, он без драконов, по-моему. Готов, готов жить, мило. Здесь, ну, шахточка. У меня нету драконов. Окей, тогда меня на воде, на водичке никто не пугает. То есть мне нужна только подсветочка. Не, ну джиггернаутов, да, можно попробовать выйти. На суше главное, чтобы ничего не прессовал. И все ок. Тут вроде. Возможно, могильная ошибка делать. Что здесь прикрытие? Как будто бы хочу. На всякий случай. Вашеньки построим тоже. Против корабликов. Если вдруг они сюда приплывут, было чем отбиваться. Ага. Пушит, 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 сволочь, пушит. За башенки, за башенки, стоим за башенки. Ученики поближе подходите. Они стоят далеко. Бить? Она нас смотрит, блядь. Нет, блядь. Не прохнул урон. Не знаю, имеет смысл грейды продолжать делать.